Южно-Сахалинск, привет. Находимся на пересечении Ленина и Карла Маркса. А для чего? Для того, чтобы открыть этот ящичек. И тут... Ой, а здесь подарок, как в том анекдоте. Это вам, доктор. Южно-Сахалинцы, Южно-Сахалинск, это вам подарок от Спецдор проекта на 140-летие города. Мы дарим умный перекресток на этом пересечении Карла Маркса и улицы Ленина. Стандартный набор умного перекрестка от Спецдор проекта. Интеллектуальный дорожный контроллер «Поток», контроллер индуктивных петлевых детекторов и, собственно, сами индуктивные петлевые детекторы, которые считывают транспорт и позволяют умному перекрестку максимально эффективно раскидывать транспорт. Кнопки вызова пешеходной фазы. С 9 вечера до 7 утра, чтобы получить пешеходную фазу, надо ее нажать. И, собственно, уважаемые сахалинцы, южно-сахалинцы, пожалуйста, используйте, сравнивайте с предыдущим светофорным объектом. Это коммунистический и Ленина. Он работает в обычном фиксированном режиме, а этот перекресток работает в умном. Наслаждайтесь. Все больше умных перекрестков от Спецдор проекта в Южно-Сахалинске, надеемся, будет появляться. Они экономят ваше время и обеспечивают безопасность. Проехал через город, проехал 10-15 светофоров. Если ты проехал через умные перекрестки, сэкономил 10-15 минут и потратил их на то, чтобы провести с семьей и друзьями. Пожалуйста, сахалинцы, принимайте подарок.